Дом газобетон D400, утеплен минераловатной плитой 100 миллиметров, базовый армирующий слой термоуниверсал, потом шпаклевка 225 и непонятная краска с нулевой паропроницаемостью. В результате паробарьер, как видите, все порвало. А все подойдешь, минвату показать, отошла внизу, благо накопления. Неправильно выполнены отливы. Сейчас я ближе наведу. Покажи, как ходит ходуном. Минвата снизу вся мокрая. Декоративные элементы на фасаде, все потрескавшиеся, без базового армирующего слоя. 2 года, декоров, считай, нет. Надо новые. Ну, развод заказчиков. Все треснули. Короче, это еврокамень. Понятно. Краска вся облетает. Разрушение идет. У краски в основном. Типичное влагонакопление. Весь участок в ошметках. Некоторые ошметки достаточно большие. Так что не экономьте на краске. Неправильно отливы. Придется тут достаточно сильный демонтаж фасада делать. Камень нельзя применять по D400. Парни выпустят. Процесс идет. Фасада всего 2 года. Такая вот прелесть. Замечательная. По-другому не скажешь. Все сыпется. Лепота.
декор без базового армирующего слоя. Все потрескались. По идее, надо их все менять. Потому что ремонт ничего путного не приведет. Декора без сетки. Подмазываются, трескаются, подмазываются, трескаются. Постоянный процесс. Нарушение технологии мокрого фасада. Не выведена сетка. Не сделан температурно-усадочный шов. Нет нормального уклона. В результате вот такая бека. Те, кто производил работу, просто понятия не имели, как это делается. Вот так вот, дешевые бригады. С этой стороны фасад немножечко получше, но проблема с декорами серьезная. Все стыки потресканы. Это не заделать, это не лечится. Потому что нет базового армирующего слоя. Непонятное покрытие. Все ремонтировать. Ничего с этим не сделаешь. Нет элементов примыкания на окнах. Вот, к сожалению, так. Угловые рустовые камни покрыты трещинами. Можно подмазывать хоть два раза в год. От трещин от этих не избавиться. Надо менять все на нормальные декоры. Пусть нормальные, не такие дорогие, но они лучше будут стоять. Все стыки. Фасада всего 2 года, а его уже надо ремонтировать.
Все это стоит как самолет. Покажи красоту нам. Да, жесть полная. Нельзя по минераловатной плите применять непаропроницаемую краску. Это приводит к растрескиванию всей системы.